Ну, в первую очередь, хочу поздравить соперников с победой, заслуженной победой. Ну, а свою игру я оставлю без комментариев. Все. Ну, прежде всего, хочу поздравить свою команду с победой, болельщиков. По игре, скажу так, чуть-чуть проспали начало матча. Наверное, сказался тяжелый поиск, сказался такой. Короткое время прошло после поездки, но потом внесли коррективы в звеньях, чуть поменяли составы. Команда встряхнулась, встрепенулась, заиграла в тот хоккей, который мы от них ждем, то, что мы с ними от них просим, они это играли сегодня. Я считаю, что сыграли на кураже, сыграли для болельщиков, забили хорошие голы, я считаю, что вот, ну, все равно проблемки мы видим, есть проблемки у нас, это тоже мы видим. То есть, ну, как я говорю, поулыбались сегодня. Готовимся к следующему матчу. Всех с победой!